Там слышал недавно, хуйня-то была. Вот, короче, наш разведбат во главе с комбатом, короче, 55-ку там разъебли. Короче, там тувинец напился, нахуй. По этому Аглию хуярить начал с автомата. Тут батальон к бою отправил, нахуй. Они на бэтере приехали, нахуй, там. Троих за 300 или нахуй. Или сколько там человек. Остальных всех на колени поставили, нахуй. Сказал, извиняйтесь, пидоры, пока мы вас не расхуярили, короче. Ну, вот такая вот хуйня. И, короче, это... И этого долбоеба, который стрелял тувинцев, вроде там лет 15 хотят закрыть.